Всем привет! У нас сейчас утро, за окном у нас зима, прям вообще зима-зима. Всю ночь шел снег, сейчас тоже идет снег, но так на улице классно. Я уже сегодня была на улице, с Лизой гуляла. У нас тут Лизотик. Лизотик с нами приехала, да? Сейчас будем завтракать, кушать. А знаете, как мы будем завтракать? Вся семья в сборе. Всем привет! Все скажите, всем привет! Настя прилетела. Настя, как твои дела? Хорошо. Ну и хорошо. На новогодние каникулы прилетела. Так, ну, а у нас завтрак семейный, вся семья в сборе, и Лиза тоже с нами. Вот, так что сейчас будем завтракать. Приготовили яичнику, паштет, ну, в общем, чай. В общем, всем приятного аппетита, кто сейчас кушает, и нам тоже приятного аппетита. Вот такая вот красотка у нас получилась. Ну, а что? Такая вот красотка у да. Насти получилась. Вот такая Настина елка. Это у нас маленькая елка. Раньше у Насти в комнате стояла. Вот. Когда будет темно, мы ее включим, елочку. Мы как раз хотели так украсть. Ну, как хотели. Настя хотела украсить, чтобы по минимуму было, да? Ну, так. Не по минимуму, ну, чтобы не получилось. Ну, как оно это? Я не хотела, чтобы оно было по минимуму, я хотела, чтобы главное было, были цвета серебряный, золотой и белый. Угу, ну вот. У нас просто еще гирлянда вон там. Вы сейчас, наверное, ее не видите. Вечером, когда будет темно, включим и елку, и гирлянду. Ну. Тоже по цвету подходит. Да. Ну, а вниз сейчас здесь приберемся, потому что от елки она у нас
сыпется чуть-чуть. И вообще она у нас примялась. Она у нас долго лежала и чуть-чуть примялась. Ну ничего. Ну, так все красивенько. Симпатично. Симпатично. Прям почти как вот в телевизоре. Вот такая вот у нас красота получилась, Настя. Так. Ой. Вот такая вот красота у нас получилась, мама. Прикольно, да? Настя, кстати, покупала в Сургуте вот это вот, как это называется? Занавеска. Занавеска, да, гирлянды. Прикольно тоже. Мы ее просто повесили, даже не на крючки вешали, а через карниз продели. Да, вообще... на чем у нас карниз крепится? Ну и вообще отлично получилось. Прикольно. Включили режим, чтобы они не мигали. Они тоже мигают, но только, ну, не разноцветным, а тебя это не видно. Так что наша елочка вот такая. Вот был бы, конечно, еще бы... одного цвета гирлянда, ну, с этим. Ну, теплого. Да. Было бы вообще что-то. Ну, вот так вот. Но тоже неплохо. Тоже прикольненько. Сейчас свет включу. Покажу. Со светом. Во! Красота! Классно, да? Будь здорова. А что, смотри, как классно смотрится. Да? Угу, красиво. Прикольно. Так, Лизок, тебе нравится? Гати. Ну, игрушек, в принципе, нам тоже хватило. Да, мы докупили немного. А мы докупили сосульки. Пластмассовые. А я показывала, что я покупала. Вот. Пластик. Да, пластик. Ну, да, обычный. И... звездочки в фикс-прайсе. Это елочки. Ой, елочки. Я просто звездочки хотела. Елочки в фикс-прайсе. А вот эти белые шарики, они тоже такие типа переливаются. Мы их брали в Ленте. Вообще мама покупала. Да. Ну да, я показывала. Снимала. У нас тут некоторые игрушки уже старенькие. Какие-то игрушки мне дарили в музыкальной школе. Вот эту, например. Очень красивая такая, прям воспоминание с ней. Хотя бы, возможно, не в музыкальной школе, а, возможно, у бабушки на работе. Я точно не помню. В музыкальной школе тебе, может быть, тебе вот это вот там подарили? Мне кажется, вот это дарили. А, это вон ангелочка. У нас прям все. Тут ангелочек, здесь ангелочек, тут тоже ангелочек. Да, я просто люблю ангелочков. И вот эти же тоже они ангелочки. Ага, которые серебряные. А вот снеговик. Ой, мы куда упали? Ой, все, я держу. Я просто на большом штативе. Ой, поэтому что-то как-то не очень удобно. Вон снеговик, да. Такой вот. Ну ничего, бывает. Да, золотистые у нас были. У нас еще синенькие есть. Да, но в этом году мы без синих. Ну, я захотела бело-золотой. Да. Настя, ну расскажи, что там в Сургуте-то? Какая погода? Какая погода была, когда ты выезжала? Когда я уезжала, было -41. Офигеть, представляете? -41. Да, я так сильно замерзла. Ну, точнее, было не так сильно холодно. Это особо сильно не ощущается. Просто когда ты долго стоишь на одном месте, тогда да. И воздух холодный, ну типа холодно, а чё? Вот, но ветра-то не было, и там же еще и снега побольше было, чем сейчас. Вот. Чем и... сейчас? Сейчас сколько у нас снега-то за ночь выпало? Как раз-таки вот как сейчас снег, наверное, было. Вот, ну, вот. У меня так это, лицо обветрилась из-за того, что холодно было. Вот здесь вот эта часть, что она у меня теперь сухая. Ну ничего. Зато вот у нас сегодня за ночь столько снега выпало. Настя только вчера вот мы ехали сюда, и она говорит: ой, как мало снега! И на тебе, бац!
снега. Сейчас да, покажу. Вселенная меня услышала и решила дать снег. Прям это вообще очень-очень. Ну, как бы прям ходить тяжело. Видно, вон машины, они в это. Ну да. И замело, как бы. Закопались они. Да, ну, в общем, очень много снега. Ну, а так, ну, как, прям как зимой хорошо. Mm-hmm. Тепло сегодня. Ну, да. В общем, вот как-то так. Лизок, как твои дела? Мы сейчас в магазин ходили, Лизу оставляли одну с дома. Не знаю, что она тут делала, но так не хотела оставаться. Первый раз здесь, в этой квартире, одна осталась сегодня. Ну все, сейчас мы пойдем кушать. Там Олег нам макароны варит. У нас курочка есть. Сейчас будем кушать. Ой, смотрите, какая вкуснятина у нас. Олег купил гранат сегодня. Вообще, он же покупал... Два раза такой покупал? В общем, на рынке два раза покупал такой гранат. Он такой сладкий, крупный, вкусный. А потом купил в Магните два граната. Блин, он такой мелкий, вообще невкусный. А это прям здоровский. Классно, сейчас будем есть гранат. Лиза, ты будешь гранат? На. Вкусно? Вкусно. Вкусники. Что там Настя делает? Настя, что ты делаешь? Мне тут музыка играет. Подождите. А Настя... Я пью сок. Яблочный. Чё ты... С красивым бокалом. Чё-то яблочный сок на яблочный не похож. Как не похож? Похож. Похож? Вон, смотрите. Чё-то он совсем слишком светлый. Ну, я его просто с водой развела, чтобы он не был сладкий. Да вино она пьёт. Да, вино, короче, очень классное. Ой, я не помню, как оно называется. В Пятёрочке оно есть. Ну, иди покажи. Я пока елочку покажу. Еще раз нашу красотку. Надо эти бантик подпалить. Обрезать поровней. Ну, наискосок подпалить. Чтобы не махрилась тут. Лизок. А, кстати, елку-то не показывала, вон, смотрите. Или показывала, не помню уже. Вон елка стоит. Нарядили елку, горит уже. Игрушки там висят. Ой, Лиза, это Лиза. Сейчас я уже все не смотрю. Кстати, туман появляется. И я туда. Появляешься. Ну вот. Это белая полусладкая. Есть еще красная полусладкая и красная сухая. Ну, те я не пробовала, а вот белая полусладкая очень вкусная. Ну, мускат обычно, как всегда, оно вообще там, вот алкоголь в некоторых, алкоголь и в некоторых алкогольных напитках очень чувствуется, спирт какой-то непонятный, прям даже пахнет очень сильно. Здесь вот такого нет, как бы, оно не сильно чувствуется, очень вкусно, особенно когда холодно. Вот и пьет, сидит винцо. Да, мне очень нравится. Ну, это мы вчера покупали. Вчера бокальчик выпила. Вот это 240 рублей. Угу. На другие там немножко другой ценник. 230, ну там, короче, такая разница есть. Ну вот, если что, можете купить такое винцо. Вроде ничего. Я тоже попробовала, так, ну, нормально. Я уже не первый раз попробовала, и голова потом не болит, все отлично. Ну, это еще смотря сколько выпить. Ну да, конечно, если одну бутылку вот выпить, то будет не очень, наверное. А, кстати, вон, смотрите, наклейка у нас. Это собачка, но можете представить, что это бык. Быка где рога? Это у бабушки. У бабушки, а точно, у бабушки взяли наклейку, наклеили одну. Все.
Мы завтра с Настей хотим поехать в магазин. В магазин хотим в эту, в Мегу съездить. Посмотреть, прогуляться, что там. Что там вообще есть? У меня, кстати, болячка выскочила. Она уже проходит. Гранат едят. Да, папа чистит. Папа чистит, мы едим. Мы не можем гранат чистить, потому что руки потом все черные будут. Руки, ногти. Поэтому... Ногтями неудобно его поэтому чистить. Нам гранат чистит папа. Ну что, на сегодня, наверное, все? Да? Наверное, да. Банк стоит. Ну все. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчики вверх. Не забывайте про колокольчик. И пишите комментарии. Папа, всем пока. Скажи пока. 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 Сейчас лизу. Ну все, пока-пока.